Это кадры оперативной съемки, на которых сотрудники Росгвардии задерживают предполагаемого преступника. Этот мужчина подозревается в угоне автомобилей по всей Московской области на общую сумму более 7 миллионов рублей. Известно, что преступник действовал вместе с сообщниками. С помощью специального программатора ключей они взламывали сигнализацию и заводили машины. Именно так был угнан автомобиль на Октябрьской улице. Во время обыска сотрудники обнаружили поддельные документы, транзитные номера заготовки ключей, а также оборудование, которое злоумышленники использовали для угона. Место работы? Не работаю сейчас. За что задержан сотрудник полиции? Пока не имею понятия. Ранее судимы? Нет. Кроме того, в подвале и на территории дома оперативники обнаружили разобранные автомобили. Их направили на экспертизу и сейчас пытаются установить владельцев. Все участники преступного сговора арестованы. Возбуждено уголовное дело.